Здравствуйте! В эфире программа «День города». О главных новостях вам расскажут мои коллеги. Я Валерий Седов. 7 из 7 27 июля Рязань атаковали беспилотники. Секреты средневековых мастеров. В городе прошел международный фестиваль кузнечного мастерства. Все сюда! Рязанцам показали обновленный участок Лыбецкого бульвара. 27 июля в субботу в 7 утра рязанцев разбудил грохот. В этот раз это был не самолет, который решил перейти на сверхзвук. Рязань атаковали 7 беспилотников. Эти кадры сняли очевидцы в Дягилеве. Громкий бабах – результат работы ПВО, сбит беспилотник. После Минобороны подтвердил эту информацию. Цитата. Около 6:45 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА – самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО 7 украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожено на территории Рязанской области. Конец цитаты. Эксперты считают, что конечной целью был аэродром. А это пролет беспилотника. Как пишут очевидцы, шум моторчиков можно было услышать в 5 утра. В редакцию местных интернет-изданий прислали еще несколько видео пролетов беспилотников. По информации телеграм-каналов, еще один дрон сбили над нефтезаводом силами самообороны. Другой упал возле стоянки М5 МОЛ. Еще один был подавлен в районе Недостоева. Очередной беспилотник и вовсе запутался в проводах. На подлете к РНПЗ пишут в СМИ. Пострадавших нет. Тем не менее, есть повреждения. Так, на улице Шиповской в поселке Дягилево в одном из домов взрывной волной выбило стекла. Об этом сообщили местные жители. В доме никого не было. Стекла выбило и у припаркованной фуры на стоянке М5 МОЛ. В Министерстве обороны заявили, что всего в ночь на 27 июля силы ПВО отразили атаки 14 украинских беспилотников в 5 российских регионах. 7 БПЛА перехватили над Курской областью, 3 над Белгородской, 2 над Ростовской, еще по одному над Липецкой и Брянской областями. В Липецкой области обломки беспилотника упали возле жилого дома, а в результате никто не пострадал. В одном из частных домов выбиты стекла. К другим новостям. В Рязанской области прошел фестиваль исторической реконструкции 9-11 веков в поле брани. Местом проведения стал городище Старая Рязань. Это часть оставшегося древнерусского города, сожженного Батыем в 13 веке. Первые поселения появились здесь в 10 веке, а к моменту гибели город занимал огромную территорию на берегу Оки, где и сегодня сохранились валы и прослеживаются контуры кварталов. Фестиваль посетили реконструкторы с разных концов России. Он открылся кавалерийским сражением с пехотой, после состязанием всадников во владении мечом и копьем. Главные же сражения прошли 28 июля. Кавалерия против пехоты, массовые бои, битва за стяг. Международный фестиваль кузнецов прошел в Рязани уже в 6-й раз. Мастера из России и зарубежных стран продемонстрировали свои навыки кузнечного дела, а также показали свои работы. А на протяжении 2 дней работал выставочный комплекс «Железное царство». Фестиваль кузнецов «Секреты средневековых мастеров» проводится в Рязанской области с 2011 года. Его проводили в Выстье и в Скопине, и вот уже 6-й год он проходит в областном центре, на этот раз на Рязанской ВДНХ. Участие в нем приняли кузнецы из Московской, Липецкой, Донецкой и других областей, а также зарубежные мастера из Беларуси и Кубы. Всего 80 человек. Кузнечное дело для многих из них не просто работа, но судьба. Наталья Павлова и Антон Киряков поженились здесь, в Рязани, в рамках этого же фестиваля в прошлом году, а познакомились именно благодаря работе. Чтобы сделать красивое фото своей работы, металлической подставки под вино, Антон искал красивую бутылку. Это и привело его в заведение, где он встретил Наталью. Она одолжила ему сосуд для фото, с тех пор и завязалось общение. Признание в любви не оставило шансов для отказа. Я через курьера ей отправил букет из 33 роз и одну спрятал туда, покрасил в тот же свет. Ну и стоит эту на записочке написал, она до сих пор ее хранит. Я буду любить тебя вечно, пока не завянет последняя роза. Ну и вот букет-то завял, получается, она эту розу только спустя неделю нашла. Ну и вот мои слова, получается,
вечные. Теперь Наталья всюду с возлюбленным. И даже магазин-музей собственных изделий Антон назвал в ее честь – «Железная леди». Сам же Антон Киряков в кузнечном деле уже около 15 лет. Сначала работал при колхозной кузнице, подсматривал за тонкостями работы. Потом трудился в гараже, там советы давали слесаря и сварщики. А с 2012 года Антон Киряков занялся художественной ковкой. Сейчас у него в процессе создания работа городского значения. Сейчас я делаю железный трон. Вот из этих мечей, у меня там 130 мечей надо в своем городе сделать, и такой вот трон фотозона. У нас город туристический, Кунгур, и туда часто приезжают туристы, и к нам в кузницу тоже приходят. Поэтому я вот сейчас делаю трон из железных мечей. В этом году на фестивале представлены экспонаты из частного музея «Железное царство». Его создатель Валентин Воробьев – кузнец в четвертом поколении. Истинный художник, чьи шедевры выставлялись даже в Лувре, рассказывает, что его работы с философским значением. Недосказанность, которая заставляет людей досмыслить и дорисовать и созданные кузнецом композиции собственные ассоциации и образы. И вот этот раз я немножко больше работ собрал. Для чего? Чтобы больше раскрыть мой музей. Вот. Здесь есть композиции, которые игра с детьми. Вот там есть игрушки, где может дитё ездить, двигаются фигуры. Вот. Но есть и философия по-настоящему. Вот. Есть работы, которые действительно заставляют думать. А это для меня важно. Сам мастер занимается и графикой, и живописью, но отмечает, что металл – это нечто особенное. С ним нужно вести себя уважительно. Так с детства его учил отец. А к деду Валентина, кузнецу в Белгородской области, люди шли как к мудрецу – посоветоваться или просто за добрым словом. Как? Есть такое слово хорошее. Кузнец всем ремеслом отец. Это очень важно. Это не я придумал. Это наши предки. Вот. И хочу сказать, что кузнечное ремесло – это основное. Потому что отсюда идет все творчество. Кузнечный промысел – один из древнейших. Работа кузнеца всегда считалась престижной. И даже русские монархи любили ковку. Например, Петр I сам лично принимал участие в создании якорей для своих кораблей. А сегодня на международном фестивале кузнецов любой желающий смог присоединиться к этому промыслу. Уже традиционно стало проведение в рамках Рязанского фестиваля кузнечной свадьбы. Вот и в этот раз молодожены создавали символ крепкой семьи под руководством мастеров. Амулеты в виде сердец в центре металлического солнца пары вешали на деревянный пенек с помощью гвоздя, который ковали здесь же сами. По преданию, такой ритуал сделает брак крепким, как железо, и жарким, как огонь в кузнечной печи. Аня с помощью клещей аккуратно кладет свое сердце. Отходим чуть подальше. Удар молота. И это сердце мы вбиваем в этот огненный шар. Мы сначала поженились в ЗАГСе, потом мы прошли обряд венчания в церкви, и Господь любит трех, поэтому мы решили закрепиться еще вот таким старым древним обычаем, чтобы брак был крепче и узы любви сильнее. Во многих профессиях людей сегодня заменяют машины. В кузнечном деле такая подмена невозможна. Кузнецы делают тонкую работу, создают декоративные вещи и ювелирные украшения, каждая из которых уникальна. Ручная работа истинных мастеров завораживает. И, к счастью, международный фестиваль кузнецов будут проводить и дальше, чтобы знакомить людей с древним ремеслом. Анастасия Арт, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». В Рязани открылся обновленный участок Лыбецкого бульвара. В новом парковом пространстве появились зоны отдыха с батутами, гамаками, а также скейт-парк. Открытие совместили со спортивным фестивалем «Все сюда». Спортивный фестиваль «Все сюда» организован по инициативе футбольного клуба ЦСКА для отбора талантливых детей. Юных спортсменов здесь тестируют на профессиональном оборудовании. И это неудивительно, ведь сдача всех так называемых нормативов гарантирует приглашение в клуб ЦСКА. Как говорят сами организаторы проекта «Все сюда», из 90 юных спортсменов такой шанс выпадает лишь одному. Сегодня на площадке стадиона «Спартак» собралось более 450 начинающих футболистов со всей Рязанской области. Задача проекта первая.
первое – это найти ребят неохваченных. То есть мы понимаем, что мы ищем ребят по всей России, вот, но ищем только там на профессиональных соревнованиях. Мы уверены, что есть талантливые ребята вот, в регионах, которые не охвачены и которых мы сможем найти с помощью фестивалей. Ну и второе, конечно, прививать любовь к футболу и по возможности к нашему клубу, который как бы приезжает сюда не только искать ребят для того, чтобы сделать их футболистами, но и болельщиков. Организаторы уверены, быть футболистом значит не только проявлять физические качества, но и уметь принимать решения за короткое время. Фестиваль посетил министр спорта России Михаил Дегтярев, который дал высокую оценку мероприятию, подчеркнув, что Рязань – это спортивный город. Отбор по современным методикам, в том числе с использованием искусственного интеллекта, компьютерных всех технологий. И уверен, что проект будет жить. Мы его поддержим. Я думаю, что все сюда станет, займет, точнее, постоянное место в спортивном календаре. Ну и хочу напомнить, что, как говорит президент Владимир Владимирович Путин, спорт высших достижений рождается исключительно в детско-юношеских секциях. Одной из центральных площадок фестиваля стала благоустроенная территория Лыбецкого бульвара. Здесь для рязанцев и гостей областного центра прошли спортивные турниры, а также показательные и танцевальные выступления в скейт-парке. По словам жителей региона, открытие этой зоны отдыха ждали уже давно. Очень рада, что у нас появилась такая вот площадка и есть возможность у ребят теперь кататься в нашем городе. Вот, это хорошо, то, что молодежь теперь будет больше заниматься спортом, а не где-то там гулять или еще зависать. В общем, все круто. Я думаю, что обязательно это будет интересно. Очень много различных площадок, очень много разных интересных мест, где можно проводить время. Полный восторг. Больше всего мне понравился скейт-парк. Мой сын здесь катает, поэтому, безусловно, это то место, которое мне здесь ближе всего. Спортплощадку на Лыбецком бульваре построили благодаря программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда». Она станет частью большого маршрута «Рязань-пешеходная». Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Картины живописцев Абрама Архипова и Филиппа Малявина повезут на выставку в Третьяковскую галерею. В родные стены Рязанского художественного музея полотна вернутся только через полгода. Выставка «Адептов Красного» пройдет в Третьяковке. Лед прошел после дождя рязанская пригородная девица. К красному цвету особое отношение было еще у самых истоков человечества. Адепты красного в искусстве, художники-проводники в невероятный взрыв всех его оттенков на своих полотнах. Красный цвет еще и в славянской мифологии значит красный. Значит, красивый, главный. А художники Архипов и Малявин к этому цвету относились особенно. Он выполнял в их произведениях, не только в их произведениях, но, безусловно, выполнял такую какую-то определяющую функцию в разные периоды творческого пути. И вот не случайно устроители выставки говорили о том и говорят о том, что красный – это вот такое сигнальный какой-то момент и взрыв красного цвета. Он разный. Абрам Архипов и Филипп Малявин – яркие представители русского импрессионизма. Образ крестьянки стал центральным в творчестве обоих художников. Ведь именно он в начале 20 века ассоциировался у народа с образом России. И Архипов и Малявин связаны с Рязанской землей. Абрам Ефимович Архипов родился на Рязанской земле, часто приезжал на родину и любовался красотой родных рязанских пейзажей. А еще он говорил так: город оставляет меня равнодушным, а вот в деревне мне хочется писать все, и еловую ветку, и узкую тропинку в поле, бредущего по ней согбенного старика с палочкой. Филипп Малявин на Рязанщине провел практически 20 лет своей жизни. Он был одним из любимых учеников Ильи Репина. Для становления художественной жизни нашего региона Малявин сделал очень много. Среди его работ, представленных в экспозиции музея имени Пожалости, такие известные полотна, как «Старик у очага» и «Мужской портрет». В 1919 году здесь состоялась первая и единственная выставка живописца в России. Потом, в 20-х годах уже прошлого века, он покидает страну вместе с семьей и в начале Второй мировой, это 40-й год, умирает. А в письме к другу писал: «Без родины нет таланта, нет вдохновения». Семь картин двух импрессионистов уже совсем скоро станут частью выставки «Адепт
работы красного Малявин Архипов, которую организует Третьяковская галерея. Экспозицию приурочили к 155-летию со дня рождения Филиппа Малявина и 95-летию со дня смерти Абрама Архипова. В состав экспозиции войдут произведения из Государственного русского музея, Научно-исследовательского музея при Российской академии художеств, нашего Рязанского художественного музея имени Пожалостина, а также других музеев и частных собраний. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире.